Итоги работы за первое полугодие подвели в Урмарском районе. Накануне глава республики провел расширенное совещание с активом муниципалитета. На что необходимо сделать ставку местным властям, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Посещая муниципалитеты, глава республики инспектирует и ход уборочных работ. На полях хозяйства Владимира Иванова уже собирают урожай зерновых. В амбары планируют заложить более 1000 тонн. Таких запасов хватит до следующего лета. Вообще на урожай этого года аграрии Чувашии дают неплохие прогнозы. Качество пшеницы лучше, чем в прошлом году. Понятно, есть отдельные вопросы у наших сельхозтоваропроизводителей. Это чисто рабочие вопросы. По оказанию государственной поддержки мы своевременно обеспечиваем финансирование, никаких здесь больших проблем нет. Касаясь цен на зерно, они благоприятные, справедливые в этом году. Они перекрывают, во-первых, полностью издержки производства или себестоимость 1 килограмма зерна. Ну, цены хорошие сложились. Ну, в этом году первый раз мы посеяли подсолнух на масло. Вот посмотрим на урожай, как получится. После завершения уборочных работ в хозяйстве планируют нарастить поголовье дойного стада и возвести новые комплексы для содержания коров. Вообще на развитие агроотрасли в Урмарах делают ставку. За последние годы в районе увеличилось количество фермеров. В муниципалитете активно вводят в оборот неосвоенные земли. В текущем году запланировано ввести в себя оборот 1300 гектаров заброшенных земель. Мероприятия по освоению земель начаты и уже введено в себя оборот 477 гектаров. Приоритеты для местных властей расставил глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что район должен стать привлекательным для инвесторов. Сейчас необходимо активно заниматься развитием малого и среднего бизнеса. В муниципалитете продолжают ремонтировать жилые дома и дороги. Следующий этап – реконструкция старых мостов. Сегодня проинвентаризировали все мосты, которые есть на территории республики. Конечно, там десятилетиями не ремонтировали, сегодня они в таком плачевном состоянии, и программа данная у нас запускается, мы с федерального бюджета сейчас получаем. На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев обсудил подготовку к новому учебному году. Ремонт школ идет по графику. В Урмарах завершается и программа переселения граждан из аварийного жилья. О ликвидации ветхого жилищного фонда главе республики отчитались и руководители Цивильского района. Все, кто проживал в бараках, уже сыграли новоселье. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.